День шахтера в этом году для сотрудников компании «Уралкали» совпал с еще одним важным событием – 80-летием калийной промышленности. Так рождается легенда. Под таким девизом и провели пятничный вечер калийщики. А сегодня на празднование в честь Дня шахтера работает несколько интерактивных площадок. И вот одна из них – это монетный дворик. Здесь можно собственными руками отчеканить юбилейную монету. 80 лет калийной промышленности. Уже несколько поколений шахтеров, работников фабрик создают легендарную историю флагмана мировой калийной промышленности. И главные герои торжества – люди, ветераны, легендарные передовики 70-80-х годов и новое поколение калийщиков – горняки, которые достойно продолжают дело своих предшественников. Сегодня «Уралкали» – лидер на мировом рынке, и в основе этого успеха – слаженная и упорная работа всего коллектива горняков, шахтеров, которые добывают руду, стоят в самом начале процесса производства калийных удобрений. Им особые слова благодарности от генерального директора компании Дмитрия Осипова. Каждый из вас своим профессионализмом создает нашу историю. Вы люди особой закалки, которые остаются верными шахтерским традициям. Ваш труд отличается мужеством и является залогом успешного развития не только нашей компании, но и российской экономики в целом. Звание «Почетный калийщик», почетные грамоты Министерства энергетики, знаки «Шахтерская слава» – все награды в этот день лучшим из лучших сотрудников «Уралкалия». Это в первую очередь высокий профессионализм. Это мужество. Не каждому дано 10-20 лет каждый рабочий день спускаться в шахту. И при этом достойно относиться к труду, при этом уважать свой труд, при этом иметь учеников, при этом передавать свою. Но особые слова благодарности ветеранам компании. Дорогие ветераны, вручается особый знак, легенда «Уралкалия». Примите эту награду из рук нового поколения шахтеров. Ведь для них вы настоящая шахтерская легенда. Житель блокадного Ленинграда, лауреат премии СССР Алексей Павлович Кустарев. 45 лет он проработал в шахте бригадиром комбайнового комплекса «Урал-20КС». Кстати говоря, по его стопам пошли оба сына. А что, пан, я пошел в шахту. Почему? Потому что я на угле-то я работал, я же на угле работал. Ну и все, а те пока еще учились. Поэтому, значит, в шахту. Я говорю, так пошли в шахту. Пап, там... Я говорю, да ты не бойся, там кровля хорошая, лучше кровля, чем на угле. Связь времен, связь поколений. Одной нитью связаны все калийщики «Уралкалия» за 80 лет становления и развития калийной промышленности. Начальник рудника третьего калийного Виталий Лаук награжден почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Но в этот торжественный момент главные слова благодарности своему наставнику. Знаете, для меня приятно было то, что вспомнили ветеранов. На сцене появился Шпилевой Михаил Иванович. Это был мой первый бригадир. Я пришел в 90-м году работать на рудник. Это был мой первый бригадир, первый наставник, который, можно сказать, многое в меня вложил. Пересечения, они в процессе вечера просто напомнили о том, что с чего мы начинали. Финалом торжества стал концерт автора музыки гимна «Уралкалия», заслуженного артиста России и любимого многим певца Александра Маршала. Илона Измайлова, Сергей Зевзеев, телекомпания «Сентра». Субтитры сделал DimaTorzok.